Ну вот ребята попадут в 21-ю Софринскую бригаду знаменитую. Что их там ожидает? Попадут какие-то спецподразделения, мототехнические? Значит, бригада состоит из батальонов оперативного назначения, ряды которых они станут после того, как примут присягу, пройдут курс на одного бойца. Будут заниматься охраной общественного порядка, обеспечением общественной безопасности в городе Москва и Московской области. Ну вот для обывателей охрана общественного порядка... Будет футбольный матч, будут массовые мероприятия, такие как 9 мая. Будет проводиться в Москве и в других городах России Кубок Конфедерации в июне месяце. Наша бригада непосредственно будет выезжать на эти мероприятия, охранять общественный порядок. Войсковые цепочки, патрули.